Смотри, какие офигенные товары ты увидишь в этом видео, и в конце видео будет конкурс с денежным призом. Поехали! Всем привет, друзья! Встречайте подборочку с целой кучей обалденных, крутых и интересных товаров с сайта AliExpress. Уверен, они вам понравятся. Все ссылки на товары с подборкой я оставил в описании, переходите и смотрите. И как всегда, по традиции, те, кто посмотрит это видео до конца, смогут принять участие в сегодняшнем конкурсе. Приятного просмотра! И начинаем мы с обалденного классного рюкзака. Это оригинальный рюкзак, дизайн которого сделан в виде тигра или льва. Изготовлен из хлопка и искусственного меха. Размер данного рюкзака 58 на 45 на 30 сантиметров. Такой рюкзак понравится девушке, парню и даже ребенку. Он привлечет внимание окружающих и станет позитивным аксессуаром жизни, куда бы вы ни пошли. Голова выполнена очень качественно и реалистично. Порой просто хочется погладить этого тигра. Терракотовые шахматы. Фигуры воинов являются настоящими творениями искусства, поскольку каждая фигурка выполнена очень качественно и проработана до мельчайших штрихов. Каждая отдельная статуя имеет свои уникальные черты и даже выражение лица. Отличный выбор для подарка своим близким и тем, кто играет в шахматы и их коллекционирует. Размеры статуй разные. В комплекте имеются 32 статуи в деревянной коробке для хранения и переноски. Друзья, если вы, как и я, любите пощекотать себе нервы, на некоторое время превратиться в охотника за неизведанным, любите посмотреть топы и расслабиться, то канал The Facto – это ваш выбор. Всегда свежие и интересные подборки, истории и факты. Необычная подача и тонкий юмор автора делают видео еще круче. Не упустите возможность окунуться в мир неизвестного. Бегите по ссылке в описании и подписывайтесь. Лично я уже подписался. И кстати, у нас сегодня совместный конкурс с The Factами, условия которого вы узнаете в конце. Очень крутая, необычная маска Крокина. Маска имеет противоударные свойства. Плотно сидит на голове, полностью закрыв его. Довольно увесистая, сделана из стеклопластика и синтетических смол. В области глаз имеется пластиковая стека. Внутри вся маска обклеена поролоном. Крепится к голове с помощью широких черных резинок с регулировкой по голове и подзатыльным держателем. Подойдет для костюма к Хэллоуину или просто повеселиться. Оптический шар. В оптическом шаре отражается весь мир, позволяя взглянуть на обычные вещи в новом ракурсе, концентрируя на ладони уникальные изображения, которые не способен охватить ни один объектив. Шар выполнен из хрусталя типа К9, широко применяемого в производстве объективов и осветительных приборов. Этот материал обладает высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям в сочетании с великолепными оптическими характеристиками. Интересно, что изображение в шаре получается перевернутым на 180 градусов, а фотографировать такие перевертыши можно как смартфонами, так и профессиональными камерами. Умная копилка. Никто точно не знает, когда появились первые копилки, но они помогли собрать немного денег уже не одному поколению бережливых владельцев. Вместе с тем, использование классической закрытой копилки всегда предполагало некоторую интригу. До момента вскрытия довольно трудно было определить точную сумму накоплений. Новое поколение копилок начисто лишено этого свойства, зато обладает весомыми преимуществами для тех, кто стремится точно знать свои сбережения. Подсчет копилкой ведется в долларах и центах США, а для получения доступа к сбережениям предстоит набрать пин-код. Работает устройство от батареек. Искусственный снег. Сухой порошок, который при смешивании с водой увеличивается в объеме в 100 раз, при этом создавая очень реалистичный эффект снега. Даже при внимательном рассмотрении его очень сложно отличить от настоящего снега. Полимерный снег можно видоизменить, варьируя количество воды. Малое количество воды – снег пушистый, белый. Много воды – снег серый, мокрый. При смешивании с водой полимер впитывает воду и превращается в гранулы снега, увеличиваясь в объеме в 100 раз. Дымовые шашки цветным дымом. Это особенный вид пиротехники, который относится к первому классу безопасности. Если вы решили купить цветной дым на свадьбу или для других целей, то вы научитесь пользоваться им без всякого труда. Вам всего лишь необходимо поджечь фитиль, и через некоторое время облако густого яркого дыма окутает вас своим покрывалом. Также цветной дым полностью безопасен для одежды, волос и кожи. Можно выбрать цвет дыма из множества вариантов, который вам будет по душе. Электрический скутер.
Лучший 8-дюймовый моторизированный складной электрический скутер для взрослых с сертификатом SE от производителя в Китае с двигателем постоянного тока мощностью 250 Вт, максимальная скорость которого 28 км в час, полностью разработана в соответствии с правилами дорожного движения. Мотор очень тихий, что также является фишкой. С 8-дюймовыми колесами он весит всего 16 кг, а складная конструкция позволит вам с легкостью переносить его вверх по лестнице. Спортивная бутылка гантеля. Это очень удобная и практичная тара для ношения с собой любых напитков. Изделие изготовлено из пластика высокого качества, благодаря чему великолепно подходит не только для взрослых, но и для детей самого младшего возраста. Настоящей изюминкой данной модели выступает форма бутылки гантели. Она оригинальная и мотивирует на спортивный образ жизни. Подобная емкость для жидкости незаменима при пеших прогулках, пробежках и во время занятий в спортзале. Объем прикольной гантели 2,5 литра. Светящиеся очки. Когда попадаешь на удачную клубную вечеринку или музыкальный фестиваль, то от качественного звука любимой мелодии словно растворяешься в нотах. Начинает казаться, что ты сам уже состоишь на 100% из музыки. И если есть световые эффекты и другие элементы шоу, то только сильнее вовлекаешься в эту невероятную атмосферу. Поэтому так ценно, когда кто-то дарит тебе какой-нибудь аксессуар, который добавляет подобный световой эффект. Например, светящиеся очки. Они не просто светят своими диодами в темноте, еще эти очки с LED-подсветкой могут быстро мигать под активную музыку и плавно под медляки. В общем, аксессуар позволит почувствовать себя светомузыкой или даже дискошаром. Набор «Сделай сам» — солнечная система. Тем, кто хоть раз был в планетарии, никогда не забыть бесконечно красивое кружение планет. А хотите устроить планетарий у себя дома? Тогда вас и вашего ребенка заинтересует такой набор «Солнечная система». Все, что потребуется для работы, уже включено в комплект. Трехмерная модель солнечной системы, подставка для макета, кисточка, 6 флуоресцентных красок для разных цветов, 9 стержней для планет, наждачная бумага, шаблон колец Сатурна и подробная инструкция с настенной схемой. Набор «Солнечная система» – прекрасный научный проект, предназначенный для знакомства ребенка с основами астрономии. Бутылка с отсеком для фруктов. Инфузер делает питьевую воду не только полезной, но и вкусной. Теперь вы с легкостью будете держать под контролем свой водный баланс. Для того, чтобы придать яркий вкус в питьевую воду, вам нужно заполнить контейнер любимыми фруктами или душистыми травами, прикрутить его к нижней части и наполнить бутылку чистой водой. Фильтр с фруктами насыщает воду ярко выраженным привкусом и приятным ароматом. Диспенсер в виде глобуса. Графин «Глобус» – великолепное и очень качественное изделие. Создано специально для тех, кто к практике прикладывает эстетику. В него вы можете залить напиток, который более предпочитаете. Замечу, вовсе не обязательно спиртной. Креативные и необычные предметы интерьера благоприятно влияют на мнение о вас. По ним складывается первое впечатление, поэтому он станет центром внимания в вашем доме. Такой подарок будет кстати многим любителям напитков. Электрический штопор. Штопор есть практически в каждой кухне, ведь это незаменимый аксессуар. Электрический винтовой штопор на батарейках позволяет выкручивать пробку из бутылки одним нажатием. Он работает с помощью 4 батареек типа 2А, которые можно заменить самостоятельно. Штопор поставляется в аккуратной коробочке, чтобы его можно было сразу вручить в качестве подарка. Штопор имеет цилиндрическую форму. Основной материал аксессуара – прочный пластик и нержавеющая сталь. Ночник «Планета». Оригинальный стильный светильник-ночник в виде кристаллического шара магической планеты. Будет эффектно и в тему смотреться практически в любой обстановке. И как ночник в спальне, и как оригинальный декор в баре или гостиной. Дополнительные эффекты создаются за счет кристаллической крышки, которая показывает красивые отражения на потолке. На корпусе имеется 2 кнопки. Первая кнопка переключает 6 различных режимов работы. Вторая кнопка регулирует яркость свечения. Ночник может работать как от блока питания, так и от 3 пальчиковых батареек. Обалденная тактическая рогатка. Эта эргономичная рогатка хорошо ложится в руку, при стрельбе долгое время не вызывая чувств дискомфорта. Основание выполнено из стали, окружено слоем баллистической резины и не впирается в ладонь. Данная рогатка хорошо подойдет как для тренировок, так и для охоты. А также можно хорошо повеселиться с друзьями. Можно поставить жестяные банки вместо целей и сделать соревнования. Так вы потренируете свои навыки стрельбы из рогатки и проведете хорошо время.
маятник Ньютона. Этот маятник на сегодня весьма распространенный атрибут офисного стола. Изначально это изобретение было создано Исааком Ньютоном для подтверждения теории о том, что энергия любого тела не исчезает, а просто из одного вида переходит в другой, что маятник и показывает. Поставив его на письменный стол, мимолетно погружаешься в атмосферу движения шаров, а глаза и мысли отдыхают. Этот маятник можно купить и себе, и в подарок, особенно тем, кто много времени проводит за работой с компьютером или бумагами. Динамик Powerbank. Для любителей музыки есть отличный вариант Bluetooth-колонки. Данная колонка хорошо подойдет для тех, кто любит послушать музыку на природе или в компании своих друзей. Колонка имеет грубоватый мужской дизайн. Создается впечатление, что колонка противоударная. Если при прослушивании музыки вы захотите зарядить свой телефон, то это можно сделать с помощью этой чудо-колонки. В колонке имеется аккумулятор на 1000 мАч. Этой емкости вполне хватит для долгого прослушивания ваших треков и для подзарядки вашего смартфона. Вечный календарь. Дни, месяца и годы меняются, а ваш календарь остается неизменным. Для тех, кому нравится такое постоянство, понравится и календарь, который перед вами. Устройство аксессуара до гениальности простое. Переворачивайте кубики, меняя число и месяц, и календарь будет служить вам из года в год. Несомненный плюс – это стиль календарика. Есть в нем и лаконичность, и романтика. Отлично впишется во многие стили интерьера. А еще это универсальный подарок, который можно презентовать на любой праздник, друзьям и близким. Прикольные ниндзя-кроссы с пальцами. Прочная минималистичная обувь для похода в труднодоступной местности. Дышащий верх и подошва с отличными сцепляющими свойствами. Удобная, прочная и долговечная обувь для экскурсий или поездок. Суперцепкая подошва и верх с дышащим, хорошо пропускаемым влагу материалом делают эту модель верхом практичности и привлекательности для поклонников активного отдыха. Разнонаправленный рисунок проектора обеспечивает отличное сцепление на всех поверхностях, даже после дождя. Регулируемая система быстрой шнуровки позволяет легко надевать и подгонять обувь по ноге. Верх сделан из прочного и дышащего полиэстера. Дизайн модели разработан с учетом анатомического строения стопы. А вот и конкурс. Приз конкурса 500 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на мой канал, подписаться на канал The Facts, поставить лайк этому видео и написать, что бы вы взяли с собой на необитаемый остров. Можно взять только 5 вещей. Что вы возьмете с собой? Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!